Вот так вот, в перерывами между поисками кладов, еще и рыбалка. Первую рыбку я не успел заснять, потому что она буквально сразу села. Она такая, в общем-то, небольшая, и, естественно, я ее потом отпущу. Вот такая маленькая рыбка. Решил проверить дунки. Что-то молчат. Вытаскиваю одну, а тут... Вот такая симпатичная маленькая рыбка. Я ее тоже отпущу, так что не волнуйтесь. По-моему, кто-то вторую долбит. Да, на второй что-то дергало. Проверю. А тут гость уже сидит. Давно. Хоп. Вот она. Кто у нас тут, а? Ху-ху-ху-ху-ху. Бойкая какая. Клюнула как правдошная. Надо проверять. По-моему, сцепились. Естественно, там кто-то сидит, как это обычно бывает. Вот такая рыбка. Сидит и молчит. Ни намека на активность. Примерно одна рыбка в полчаса. Это как-то грустно. Ну и как водится, следующую проверяю. Хотя никаких признаков не было. Но здесь иногда так
клюнет, сидит и... И здесь тоже. Ёрш. Этот товарищ пойдет на корм самам. Как ерши пошли, так рыбалка и закончилась.